Привет, привет, привет! С вами Константин Теренин. И хочу вам в этом ролике рассказать об очень интересном, хорошем, бесплатном сервисе, который работает с социальной сетью ВКонтакте, да, и помогает нам рассылать всем нашим друзьям онлайн-сообщения абсолютно автоматически. Называется он labmatrix.ru. И вам, когда вы перейдете на сайт, вам нужно зарегистрироваться. Вот нажимаете здесь справа «Войти регистрация», вбиваете свои данные, почту, да, пароль, потом вбиваете капчу. Сейчас вбиваю капчу. Соглашаюсь с правилами, нажимаю «Регистрация». После чего у нас открывается вот такая вот страничка, где написано, что для использования сервиса нужно получить токен. Нажмите на ссылку, введите открывшийся URL в это поле. Вот нажимаем на ссылку. Вот у меня есть такой аккаунт, я его купил за 1,5 рубля. Нажимаю «Разрешить». И вот у нас наверху есть в браузере ссылка. Мы ее копируем. Переходим обратно. Вводим в это поле. И нажимаем кнопку «Отправить». Вот мы видим. У нас открылось вот такое вот окно. Здесь мы видим всех своих друзей. Так. И мы здесь можем отправлять сообщения. Также мы можем привязать сразу несколько аккаунтов. То есть не один аккаунт, а можем 2, 3, 5, 10 и так далее. И, ну, суть одна. То есть работает все по-одинаковому. И чтобы нам отослать сообщение, мы должны вставить свое текстовое сообщение вот сюда вот в поле. И вот здесь у нас есть выбор. Отправить всем. Отправить тем, кто в онлайн, очистить, да, список мужчин и женщин, остановить и сама кнопка отправки. Ну вот, я рекомендую вам, чтобы было, ну, на фейковых аккаунтах, особенно, как вы видите, у меня очень много собачек, то есть здесь их много народу заблокировало. Вот, поэтому я выбираю кнопку онлайн. Вот у меня всего лишь на самом деле 56 друзей в этом аккаунте из 1500. И нажимаю кнопку «Отправить». И вот сейчас пойдет как раз отправка сообщений всем тем, кто у меня сейчас находится в онлайне. Вот, как вы видите, отправлено уже кому-то DarkSize, Informer. Мы можем проверить. Переходим в ВК и смотрим, что там происходит. Переходим на вкладку «Сообщения». И, как мы видим, вот уже 4 сообщения отправлено. Таким образом, мы пользуемся данным сервисом абсолютно бесплатно. Вот, тут что-то не отправлено. Джессика. Ну, какая-то ошибка была при отправке. Но вот дальше видим, что дальше отправка идет. И таким образом социальная сеть ВКонтакте разрешает посылать таким образом сообщения. Кстати, здесь нужно посматривать. Через некоторое время может выйти капча. Вот, нам нужно будет ввести капчу и отправка продолжится. В общем, очень классный сервис, друзья. Рекомендую вам для работы. Только единственное, да, будьте аккуратны в том плане, что если на вас пожалуются, что вы спамите, вас могут временно заморозить. Поэтому этим сервисом можно пользоваться, желательно пользоваться именно какими-то фейковыми аккаунтами. То есть вы будете уверены, что, ну, заблокировали, ничего страшного. Вот. Еще в одном курсе я вам покажу, ну, на сайте многоденег.ми вы найдете в инструментах. Там я покажу сервис, где можно покупать контакты в сети ВКонтакте всего лишь за 1,5 рубля, там 1,5-2 рубля, то есть можно их купить штук 50 и запустить через данный сервис
отправку практически, можно сказать, круглосуточную. Вот. Поэтому следите за информацией на сайте многоденег.ми. Я вам еще много чего интересного покажу, много интересных сервисов и дам много инструментов. Вот, становитесь моими партнерами. Вот. Ну, на этом все. Всем удачи, друзья, в продвижении вашего бизнеса, нашего бизнеса. Вот, и как можно больше денег. Всем удачи и пока.